Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Hyundai i30 2008 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра, D4FB. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Первый цилиндр. 20 килограмм. Второй цилиндр. 20 килограмм. Третий цилиндр. 20 килограмм. Четвертый цилиндр. 20 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.